Итоги встречи. Приведите, пожалуйста. Ну, проиграли 1-5, серии 2-2, едем дальше. Так что ничего страшного не случилось. Будем играть дальше. Надо еще две выиграть. И все. Неудачное начало матча было с нашей стороны. В чем были причины? Перегорели? Да даже не знаю, как объяснить. Да нет, готовились, знали, что они будут активно начинать. Где-то вот на пересменке поймали они нас. Думаю, вот этот первый гол такой переломный. Ну и потом вот еще две в конце забили большинство. Удачно так. Так что да, с 0-3 тяжело отыгрываться. А разгромное поражение со счетом 1-5 не ударит психологически по команде? Да и нет. Ну мы же тоже их обыграли 6-3 разгромно. Ничего же по ним не ударило, так же и по нам не ударит. Ну вот по поводу невезения, лично у вас много моментов было и в этом матче, и в прошлом. Чего не хватает, чтобы забить? Вот Бобков как-то сверхъестественно играет. Не знаю, никак пересечь не может. И в первом чуть-чуть не пересекла, там не засчитали гол. Не знаю, следующую игру, значит, забью. Ничего страшного. По поводу вот этого момента, когда вот вы показалось, что забили, как там все было? Это Воинов там так вытащил или, может, где-то сами не доиграли? Не знаю даже, я так толком не понял. Но она зашла, но типа не до конца шайба, и из-за этого не засчитали гол. То есть там надо было до конца играть, да? Нет, ну шайба там чуточку, что ли, не пересекла, и он все равно не засчитывает гол. Этот момент можно назвать ключевым в матче? Ну, я думаю, да, было бы полегче, если было бы 3-1, ушли бы на перерыв. Думаю, совсем другая была бы игра. Нет ощущения, что вот в этом матче немного не хватило физики, потому что второй-третий матч мы видели, Салават перебегал, играл намного лучше в силовом хоккее сегодня, авангард добавил движение, или все-таки была задача построже сыграть в обороне? Да нет, но я думаю, когда сам выигрываешь со счетом 3-0, более куражно играешь, силы это прибавляет. Отыгрываться всегда тяжелее, чем выигрывать. Я думаю, еще насчет фоне этого так... немного сил побольше потратили. Все равно надо бежать, отыгрываться, больше сил тратить. А когда выигрываешь, более расходуешь меньше сил.